Красивые, здоровые и некурящие. Ко Всемирному дню без табака в компании «ДТЭК» выпустили серию тематических плакатов. В качестве моделей выступили сотрудники предприятий. На фотосессии побывала Анастасия Пугач. Работаем. Работаем. Фотосессия в одной из киевских студий. Вместо профессиональных моделей в фокусе объектива – горняки и машинисты. Все сотрудники предприятий компании «ДТЭК» участвуют в фотосъемке плакатов ко Всемирному дню отказа от табака 31 мая. По статистике, в Украине курят более 11 миллионов человек. Больше половины из них первую сигарету попробовали еще в школе. Шахтер Олег Дудяк курению предпочитает спорт. Оставаться в отличной физической форме помогают занятия легкой атлетикой и футбол. Сознательно, наверное, так, что серьезно начал заниматься, это после армии. Наверное, в 20 лет я начал. Сейчас 26. Ну вот 6 лет я занимаюсь плотно, не пропускаю, соблюдаю режим. Шахтер Петр Садуненко тоже атлет. Эта фотосессия для мужчины не первая. В начале года позировал для плакатов. Так мужчины компании «ДТЭК» поздравляли своих сотрудниц с 8 марта. Хоть опыт уже есть, но работать на камеру не так уж и легко, признается горняк. Нужно понимать фотографа, что он хочет, что он объясняет, как, что все эти вот мелочи, нюансы, сделать лицо серьезное, улыбнуться. Ты напрягаешь мышцы, но ты не тужишься, ты просто напрягся, уверенно смотришь в камеру. Петр – проходчик шахты Западно-Донбасска в Павлограде. Несмотря на тяжелый труд, для тренировок всегда находит время. К здоровому образу жизни еще и коллег приобщает. У меня есть коллега Сергей, ему 43 года. Он занимается со мной в спортзале. Говорит, возьми меня с собой. Тренировки, ну, достаточно, в принципе, полтора часа для полноценной тренировки. Ну, так как это все, я уже тренируюсь более 13 лет с самого детства. То есть это уже не только тренировки, это уже определенный образ такой вот жизни. К фотосессии готовится Руслан. Профессиональный визажист наносит грим и покрывает тело блеском. Особое внимание уделяет татуировкам. По словам спортсмена, каждый символ на его теле имеет особое значение. Каждый символ, который находится на мне, это что-то означает. Акула – это идет защита. Ящерица тоже как идет оберег. Геометрическая фигура Вселенной. Руслан работает машинистом на Кураховской ТЭС. В свободное время занимается боксом и тяжелой атлетикой. Говорит, гордится тем, что его фото появится на плакатах ко дню отказа от табака. Хочется как бы поддерживать себя в тонусе постоянно, как внутреннем, так и физически быть развитым внешне. Я люблю экспериментировать с телом. В фотосъемке приняли участие 7 сотрудников компании «ДТЭК», для которых спорт – это жизнь. Плакаты, для которых они позировали, будут развешаны на территории предприятия «ДТЭК». В компании надеются, что спортивные фигуры моделей послужат примером для коллег. В ДТЭК более 75 тысяч сотрудников, очень многие из них занимаются спортом, и большинство из них, они из маленьких городов, где на самом деле очень мало и спортивных залов, и они, тем не менее, находят время и на здоровый образ жизни, и на спорт. Вот эти все сотрудники, которые на плакатах, они, конечно же, не курят и ведут здоровый образ жизни, то есть являются, ну, тоже таким примером тех привычек, которые все-таки помогают вот и выглядеть так, и быть здоровым. Отказаться от курения и приобрести здоровые привычки призывают своих сотрудников в ДТЭК. Надеются, их эксперимент удастся. Анастасия Пугач, Дмитрий Гончаров, телеканал «Донбасс».